наступил. 8 марта – это день, когда солнце начинает пригревать землю, когда на первых проталинах расцветают подснежники, прилетают грачи. Этот праздник любят все, ведь это праздник тех, кого мы знаем и кого не знаем, кто живет рядом с нами или кто далеко от нас живет. Это праздник половины человечества. И какой половины? Самой обаятельной, самой красивой, самой доброй. Мы начинаем наш праздничный концерт и хотим поздравить всех с праздником весны, красоты и любви. А там, где красота и любовь, там, конечно же, женщина. Поэтому мы и дарим этот концерт вам, милые женщины. Когда нам их одним дыханием повеет в воздухе весной, великой женщине с признанием замрет в поклоне шарь земной. Весна пугает по дворам в лучах тепла и света. Сегодня праздник даже женщин, и нам приятно это. Поздравляем с праздником, женским днем. Желаем радости, удачи во всем. Пусть мужчины громко бьют в сплошной набат. В мире воцарится вновь на три акта. Разве это плохо? Все пора бы знать. От людского излишка продолжает мать! Уборница сердечно приветствует вас, женщине-матери, женщине-хранительнице. Это посвящение. Два колера. И ты услышь, не знаю.
щастя, а сльози змінили на свій. Любов подолає напасті, любов не згадає про гріх. Ніч якою темною прийди до мене, милий мій. Ніч якою темною до мене повернись. Ніч
роза на столе в хороший день весенний. Пускай все мамы на земле не знают огорчений. Дети самое дорогое для мамы. Счастье мамы – это счастье ее детей. Мама желает всегда своим детям только добра. Мама – первый учитель и друг, самый близкий и самый верный. Выключайте, пожалуйста.